Компания предпринимает беспрецедентный шаг. Беспрецедентный шаг. То есть в истории индустрии этого не было еще. Это ситуация, когда многие компании уходят из рынка, кто-то, наоборот, сокращает выплаты, кто-то задерживает выплаты. Вокруг нам с вами знакомы ситуации, когда происходит задержка выплат заработных плат в других линейных бизнесах. Именно в это время компания Coral Club, руководство компании принимает решение об увеличении выплат компании в сеть. Первое, о чем я хочу поговорить, это наше новое преимущество для потребителей. Приведи друга и получи 5% с его закупок на постоянной основе. 5% – это возможность потребителю получать вознаграждение и использовать его в счет оплаты заказов, даже не обязательно приобретать продукт для этого постоянно. То есть вы пригласили человека, дали ему информацию, он получил результат, он поделился этим результатом с теми, кто находится рядом с ним, с его окружением, и он может рассчитывать на 5% от закупок, сделанных по его рекомендации, на постоянной основе. Это действительно даст возможность вам приглашать, получать больше рекомендаций у ваших потребителей. Компания принимает решение об увеличении выплат с группового объема. А это значит, что доход всех директоров, серебряных директоров, золотых и выше, всех увеличится пропорционально увеличению этого бонуса. С 20 до 25% увеличивается бонус группового объема. Это означает, что доход директора растет на 25%. Система развития бизнеса. Принято решение об изменении системы развития бизнеса. И теперь в систему развития бизнеса входит новый дополнительный ранг. Ранг серебряного директора. Серебряный директор с сетевым объемом достижимых поколений, сбалансированным 1500 баллов, теперь получает премию 100 условных единиц. И следующую премию он получит при увеличении СОП со звездочкой на 150 баллов. То есть это еще одна ступенька для вашего бизнеса. Это еще одна ступенька, которая позволит вашим людям быстрее двигаться и двигаться в более комфортных условиях. Также, идя навстречу многим лидерам, компания пересмотрела динамику увеличения премий и снижены требования к росту для золотых, изумрудных и бриллиантовых директоров. Теперь ему достаточно вырасти на 300 баллов для того, чтобы получить премию 200 условных единиц. Изумрудный директор, рост 500, премия 300. И бриллиантовый директор, рост 1000 баллов, премия 400 условных единиц. Данные изменения вступают в силу с 1 июля!